Кемерово, 16 сентября 2020 года, обед, 12 часов. В Кемерове со вчерашнего дня начали ставить вот такие передвижные бесплатные прививки от гриппа. В чем вот, давайте увеличим, близко подходить не очень культурно. В чем фишка, не очень понял. Передвижные в Москве сколько лет уже на каждом метро стояли? Ну, стояли. В Кемерово вот это впервые в этом году, со вчерашнего дня. Бесплатные, но они и в Африке. Ну, про Африку не знаю, но по России бесплатные. Вот, ходит, мерит вот девушка температуру с медицинского колледжа. Температура 35,7. Нормально. Вот, народу, ну, мы укололись. Стояли, перед нами было 9 человек, стояли 20 минут, ну, с момента, как стали и как вышли, 20 минут прошло, то есть весь процесс. Сейчас народу вот тут больше, 20 человек, значит, на 40 минут, грубо говоря, где-то. Ну, вот так.